В Ульяновской области приняли бюджет на 2022 год. Депутаты в рамках 50-го заседания проголосовали за проект областного бюджета во втором чтении. Бюджет следующего года характеризуется социальной направленностью и сбалансированностью. Бюджет 2022 года является программным. 96% мероприятий по расходной части будут реализованы через госпрограммы. Почти 12,5 миллиардов рублей направят на реализацию национальных проектов. Таким образом, задачи, поставленные президентом России и губернатором Ульяновской области, нашли отражение в документе. Кроме того, бюджет планируют увеличивать за счет федеральной поддержки. На данный момент предусмотрена федеральная помощь в размере 18 миллиардов рублей. Почти 24 миллиарда рублей в 2022 году направят на сферу охраны материнства и детства. В документе в полном объеме заложена заработная плата работникам бюджетной сферы и меры социальной поддержки. Фундамент, на котором наш бюджет принимается, это, конечно же, выполнение всех социальных обязательств перед нашим населением. Да, бюджет всегда был в Ульяновской области социально ориентированным, но в этом году уже изначально на социальную сферу предусмотрено на 5 миллиардов рублей больше, чем это было предусмотрено в прошлом году. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил депутатский корпус за активную работу над бюджетом 2022 года. Общими усилиями в очень непростых условиях нам удалось сформировать приемлемый, хотя и во многом компромиссный бюджет, который, я считаю, позволит нам решать текущие и долгосрочные задачи. И прежде всего повышение благосостояния жителей и социально-экономическое развитие Ульяновской области. Глава региона объяснил мотивы, заложенные в документ, структуры расходов, сформулировав поставленные задачи. По словам Алексея Русских, бюджет сегодня определяется как негативными вызовами, сдерживающими наше развитие, так и возможностями. В 2021 году начался восстановительный рост экономики, несмотря на продолжающуюся пандемию. Рост индекса промышленного производства за январь-октябрь составил 22% к аналогичному периоду 2020 года. Стабилизируется рынок труда. Так, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,78%. Уровень общей безработицы – 4,3%. Оценку областному бюджету дал председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров. Я хочу отметить, что Счетная палата считает, что в целом подход, при котором зарплата заложена на 11, в некоторых отраслях на 11,5 месяца, разумен и позволяет проходить год стабильно с точки зрения наших расходов. О ходе работы над бюджетом 2022 года проинформировал председатель законодательного собрания Ульяновской области. Комитет провели по 2-3 заседания, на которых было рассмотрено значительное количество вопросов. Губернатор Ульяновской области провел встречи с фракциями в законодательном собрании, в ходе которых были обсуждены ключевые параметры бюджета 2022 года, определены проблемные вопросы, на решение которых необходимы дополнительные финансовые вложения. Депутаты внесли немало предложений, направленных на решение насущных вопросов. По итогам голосования 32 депутата проголосовали за принятие закона. Документ поддержан всеми парламентскими фракциями. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ульправда ТВ.